День молодежи герой нашего сюжета вполне может претендовать на роль героя нашего времени. Молодой, амбициозный и вместе с тем открытый, с хорошим чувством юмора и прекрасным образованием. В общем, из той молодежи, про которую говорят, что за ней наше будущее и будущее нефтяной компании, в которой он работает. Знакомьтесь, Александр Сорокин. Александр Сорокин – молодой специалист «Газпромнефти» «Ноябрьскнефтегаза». За свой двухлетний трудовой стаж на предприятии он успел не только преодолеть первую карьерную дистанцию, из операторов по добыче нефти переведен в технологи, но и органично влиться в спортивную жизнь предприятия. Дважды Александр представлял «Ноябрьскнефтегаз» на корпоративных соревнованиях «Газпромнефти». Лучший результат в плавании пока четвертое место. Плавание – это физическое развитие. То есть, чтобы не черстветь, тем более работа сейчас у меня кабинетная, особо не подвигаешься, ну, надо как-то себя разминаться, заниматься над собой. На Вангапуровском месторождении Александр проводит 5 дней в неделю. Когда на выходные приезжает в Ноябрьск, тренировка в бассейне обязательно. Летом иногда плавание можно заменить на велосипедную прогулку, говорит молодой человек. Но лучше, если успеваешь сделать и первое, и второе. Кстати, для 24-летнего парня, выпускника столичного вуза, шутника, наверное, сложно почти все время находиться вдали, хоть и от маленькой, но городской жизни. Однако Александр говорит, что еще студентом знал, на что идет. Его специальность – разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – предполагала в будущем преодоление трудностей. Оно с моими мыслями совпало, да. Но результатов, которых я хочу, еще пока за горами. Плох тот нефтяник, который не хочет стать нефтяным генералом. Александр хоть и не раскрывает своих планов на будущее, но говорит, что карьера и опыт работы на месторождении для него очень важны. И легкого пути для достижения своей цели молодой специалист не ищет. Показательно, что в плавании у Александра любимый стиль баттерфляй, самый сложный из всех. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города.